Привет из Comfy Technolab. Большинство людей уверены, что после обычной уборки квартира должна сиять чистотой. Но это, к сожалению, не всегда так. В помещении остается много пыли и шерсти. Поэтому сегодня мы познакомимся с более эффективным методом приведения дома в порядок. Встречайте звезду уборки. Моющий пылесос Thomas Twin XT. В арсенале своих возможностей Thomas Twin XT имеет сухую и влажную уборки. Усовершенствованную систему водяной фильтрации Thomas Aquabox, а также обширный набор щеток и насадок, включая специальную щетку для паркета. Пылесос не только чистит поверхности, но и очищает и увлажняет воздух. Это особенно полезно для аллергиков. Все это благодаря водяному фильтру Thomas Aquabox, который тщательнейшим образом собирает пыль и другой поступающий с потоком воздуха мусор, задерживая его в воде. Конструкция Aquabox дополнена новым HEPA-фильтром, производящим финальную очистку воздушного потока. Для режима сухой уборки есть несколько универсальных насадок. Насадка с переключением для твердых поверхностей и ковров имеет широкую всасывающую поверхность и углы поворота. Последний параметр реализован по максимуму в насадке для паркета. Щетки из натурального конского волоса и войлока обеспечивают не только очистку, но и уход за деревянным полом. Из этих же соображений пылесос оснащен резиновыми колесами. Также в комплект входит щелевая насадка увеличенной длины и насадка для мягкой мебели. В режиме сухой уборки можно использовать бумажный пылесборник. Известно, что ковровые покрытия со временем собирают очень много пыли и стаптываются и теряют свою привлекательность. Моющие аппараты очень эффективны для их очистки, ведь они позволяют убрать ковры по всей длине ворса, при этом удаляя даже очень старые пятна. Моющий раствор распыляется под давлением, растворяя и вымывая пыль и грязь. Далее вся жидкость всасывается мощной турбиной. Полы моются по такому же принципу. Насадки для влажной уборки позволяют мыть горизонтальные и вертикальные поверхности, а при помощи адаптера для твердых поверхностей можно даже помыть окна. Пылесос Thomas Twin XT легко вращается и передвигается. Благодаря телескопической насадке и 8-метровому шнуру радиус действия пылесоса составляет 12 метров. Производитель позаботился о таких мелочах, как влагозащищенные кнопки и гнезда для перевозки небольших насадок. Шум, издаваемый пылесосом, на высоком уровне. Фильтр тонкой очистки HEPA долго не требует замены и моется под струей воды. Безусловно, Thomas Twin XT крупногабаритен и по сравнению с обычными пылесосами требует больше ресурсов. Но мы считаем, что универсальность и уровень частоты, который он обеспечивает, этого стоит. Рекомендуем всем эту модель, кто ценит высокое качество техники по доступной цене. А приобрести его можно на сайте comfy.ua. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч в Comfy Technolab.